Английский ростбиф с осколками планеты и грустными облаками. Романтическое название вполне простых и обычных ингредиентов, которые талантливый повар может смешать так, что получится не просто блюдо на каждый день, а настоящий кулинарный шедевр. Здесь молодой картофель, который обычно наши, так сказать, огородники, садовники, или кто там они вместе все, они выкидывают маленький картофель, но самый ценный этот картофель. Опять обычная говядина, которую мы превращаем ее в более воздушную, в более хорошую. Здесь, вы как можете заметить, это обычный белок яйца, сделан у нас с травами, сделан с тыквой. 14 предприятий общественного питания демонстрируют гостям гастрономического праздника оригинальные блюда. Основное условие поварского конкурса – еда должна быть не только изобретательной, но и доступной для каждой хозяйки, даже для той, которая впервые оказалась на кухне. Некоторые говорят, что лучшие повара – это мужчины, но есть и женщины, которые готовы с этим поспорить. Женщины, которые могут не только в горящую избу войти и коня на скаку остановить, но и на большую кухню прийти и сотню людей накормить. А я лучше приготовлю, допустим, вкусного мяса с вкусным гарниром, салатом. Конкурс «Вау-повар» проходит второй раз, но уже стал очень популярным как среди самих поваров, так и среди гурманов. Очень приятно, что данное мероприятие сегодня объединило одних из лучших поваров города, что, несмотря ни на какие санкции, наши повара продолжают радовать жителей города изысканными блюдами. Победители самого вкусного конкурса получат памятные статуэтки, цветы, ну и, конечно, звание лучших поваров Самары. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.